Есть они, которые называются командирские поворот. Это тот, который жил до этого. Наступление и дальней поворот. Ох, и крутая работа. Ребята, курсанты, вообще сколько? 18 лет, да? У меня 18 лет, я не беру. А 19 там. Вот. Вот 19 лет люди на фронте были командирами рот и батальон. Потому что когда команду убили, человек автоматически занимает его место. Представляешь, что ты, да, комбат, у Рановича в роте батальон, его поставили команду, он был старший лейтенант, ему было 19 лет, его поставили команду батальона. В батальоне было 360 человек, средний возраст солдата был 44 года. Потом привезли пополнение зэк. Он их распределил по 2 человека в каждый взвод и сказал командиру взвода, что если у кого-то что-то украдут, то этих двоих сразу обматывает в голову инженера и бьет их. Все взводы. Потом он пошел к минометчику. Поговорил с ним, объяснил, что, ребята, когда идете первый огонь, командир стоит рядом и закрывает ладонью ствол, чтобы две мины сразу не бросить. Ну и так далее. То есть он так руководил, 18-летний Рановича, Евгений Данилович, что он вышел через месяц ночью покурить в окопе. Говорит, смотри, народ не спит. Стоит курить. Говорит, что не спит? 4 часа утра. Говорит, товарищ старший, мы вас охраняем. Зачем вы меня охраняете? Передавай. Говорит, а на соседнем участке тоже был толковый комбат. Так немцы его ночью сперли. 150 метров расстояние между окопами. Ну там, мины, ну там, короче, пробка. А что? Через два дня все уже знают, немцы, куда он писает и где он курит. Потому что люди интеллигентные, разведку ему постоянно. И все. Они его ночью сперли. Прислали чудака в окопы. А с чудаками, с дураками всегда легко воевали. И все. Вот такая война. Командир роты, песня называется. Мы за товарища Сталина, мы за советский народ.
Господь поет, вспомните нас добрым словом. Наши потомки, друзья, в этих железных метелях, слуги выполняя приказ, мы себя не жалеем.